Рецепт, как приготовить диетический десерт из тыквы, специально для тех, кто следит за своей фигурой или хочет сбросить пару килограммов. Он вкусный, сладкий, ароматный и выглядит очень аппетитно. Вряд ли такой десерт заменит кусочек пирога, торта или пирожное, однако он намного полезнее и не вредит фигуре. Готовится десерт очень просто и из простых, доступных продуктов. Тыкву варю, а затем запекаю в духовке. Подаю кусочки тыквы с ягодным соусом из вишни. Можно сделать любой соус по вкусу или же полить тыкву медом, вареньем, джемом. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Тыкву мою и очищаю от кожуры, затем нарезаю ломтиками, а те в свою очередь еще кубиками. 2. В кастрюлю наливаю 500 мл воды, довожу до кипения, всыпаю сахарный песок, 200 грамм, а затем кладу тыкву, готовлю после закипания 10 минут. 3. Шумовкой достаю тыкву, выкладываю ее на противень или в форму для выпечки, выпекаю в разогретом до 180 градусов духовом шкафу 20-25 минут. 4. После достаю и остужаю тыкву, тем временем готовлю соус. Вишню мою и очищаю от косточек, перекладываю ее в сотейник, добавляю оставшийся сахар в 100 мл воды, развожу крахмал, вливаю его к вишне, отправляю на огонь и довожу до кипения, после готовлю 10 минут на слабом огне. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. В центр выкладываю кусочки тыквы, вливаю вишневый соус и посыпаю блюдо сахарной пудрой. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Обещанный список ингредиентов. Тыква 500 грамм, сахар 350 грамм, вишня 500 грамм, крахмал 2 чайных ложки, сахарная пудра по вкусу, количество порций 3. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.